Привет, друзья! Вы вновь на канале Мир Моделей, и мы продолжаем сборку града. На прошлом занятии я начал переделывать коробку. Самостоятельно я немножко доделал непосредственно корпус самой коробки, чтобы не утомлять вас однообразными действиями. Доточил немножко, приклеил на коробочку болты. Ну, вообще, в общем-то, во все отверстия, которые сделал, вставил болты. Сделал литьевую вот эту решеточку, тянутым литником с обеих сторон, как она должна быть. Сделал фланец при соединении к коробке передач и сцепления. Вот, и нам непосредственно теперь этот вот шарик надо сделать более-менее похожим, то есть увеличить, он более объемный здесь получается. Для того чтобы это сделать, я сделал все выступающие элементы, непосредственно площадки для крепления кронштейнов, для крепления коробки к раме, снизу увеличил сразу, то есть это у нас будет как ограничитель ее габаритов. Вот, и сверху тоже полоску приклеил, по которую нам надо это все дело увеличить. Думал, чем сделать все это дело, и решил, что наиболее простой вариант это будет сделать все это двухкомпонентной томиевской шпаклевкой. Томия эпокси пути. Ну и давайте сделаем. Для тех, кто не знает, два компонента тщательно размешиваются до однородной массы. И у нас есть 2-3 часа на то, чтобы ее нанести до затвердения. Так, размяли. Понадобится вода, чтобы не прилипал инструмент. Так, и на какую-нибудь наклею. Здесь нам надо оставить ступеньку небольшую возле фланца. Так, здесь у нас так. Также должно быть, в принципе. Так, вот эти вот я, наверное, срежу.
Так, ну на низ тут явно нам не хватило. Давайте еще сделаем. Так, ну и пока у нас сохнет шпаклевка, я думаю, нам надо сделать сейчас дополнительный отбор мощности коробки и приделать его на место. Так, в принципе, ничего сложного нету. Давайте попробуем его сделать. Так. Ну и, естественно, все опять из кусочков ледников. Мы это сделаем. Так, возьмем за основу прямоугольник, параллелепипед, наверное. Крупнее чем-нибудь.
Так. Параллелепипед. Теперь. В середине надо сделать расширение.
Так, здесь еще небольшое сужение. Так, и здесь более узкой полосочкой. Ладно, пусть просохнет. Подсохло. Давайте крутить дальше. Бывает и такое.
обмотал. В щели вставил в образовавшееся еще пластика, залил клеем и срезал аккуратно с обеих сторон. Просверлил два отверстия. Вот верхнее отверстие у нас идет рычаг управления, который впоследствии сделаю, когда приклеим кабину. Вот. Пока мы вставляем именно то, что идет в доме. Просто тянутый литник. Это верхнее отверстие у нас. Так. Так, это у нас вперед, это у нас зад. Сюда ставим выход оси на вал. Вот. Ну и думаю, что в таком состоянии мы ее и приклеиваем на место. Его, конечно же. Такой будет выход у нас на четвертый кардан и на генератор, который мы будем делать далее. Вот, а на этом сегодняшнее занятие я заканчиваю. Подписывайтесь на канал Мир Моделей, ставьте лайки, кому понравилось, ну и, естественно, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока!